Два козлика я увидел. Друг дружку гоняли. Пока коня привязывал, один куда-то другого угнал. У этого третий отросточек чуть-чуть раздваивается. Рожки так, в принципе, так себе. Не знаю, куда он, то ли влево, то ли вправо убежал. Второй, сейчас не вижу его. Сейчас попробую пройти, наверное. Комары. Я в лесу стою. Так что мне ее плохо снимать. Фокусируется на березы. Так, ладно, выдвинусь вперед. Справа заорал. Это вот еще один, короче. А справа еще где-то орет. Этот меня, оказывается, увидел. Похоже, который в центре самый крутой и самый сильный. А вон, короче, тот идет в лес. Сейчас попробую вот так вот постою, если он там в березах выйдет. То посмотрим, что у того за рога. Засранец бегом побежал. Он может от ворона еще ко мне потом подойти. Куда-то смотрит еще в одну сторону. Может, их тут четыре. Все, увидел конкурента. Бежал от меня. Этот где-то, короче, по лесу идет, орет. По краю. Не пойму, то ли на удаление, то ли на приближение. Подался куда-то. Мы с вороном, как обычно, в открытом поле. Вот это я понимаю, это вроде рожки. Ну-ка в профиль. Ходит, мельтешит, еще меня вокруг ноги завязывает. О, первый трофей, наверное, в этом году.
который покрасивее. Ну-ка, не толкай. Как у оленя. Отростков как у оленя. Интересные рога. Нет, это все ходит там кругами у меня. Ну все, 2 минуты на батарейке осталось. Да, ворон? Вот так вот приходится иногда стоять. Отпускать его нельзя, он сразу уходит. Где траву поесть, где просто потом идет. Не хочет со мной дружить. Так что вот так вот тут. Красавец, красавец. Ладно, все, поехали мы домой.